I did write my daily. Uh-oh, man. Uh-oh. It's 1985, white Lamborghini Countach. Atajitia. I need a slow motion video right now. Cause I'm moving in slow motion, slow motion. Feeling like Hype Williams shooting and shooting and cooting. Меня очень сильно вдохновляет выступление известных поп-звезд. Когда я был маленьким, мне очень нравилась Бритни Спирс или Мадонна. Сейчас мои герои это Канье Уэст, Джей-Зи и так далее. То есть мне нравится выступление, знаешь, поэтому я там с очарованием смотрел, я помню, маленький на Евровидении то же самое. Поэтому вот этот вот все вот какое-то переливание, игра красок, да, то есть она мне близка. Я вам проведу небольшой тур среди моих красоток. Да, с нами все такие, цвет настроения синий, как мы любим. Тут у нас немножко четкого контуринга, как я это называю. Коллекция получилась достаточно черно-белых гаммах и небольшой акцент на Electric Blue. Мы с креативной командой, также с самим Глором, разработали чудесные аксессуары, которые буквально через 2 минуты уже окажутся на подиуме. Пример одной из них – это чудесный такой пояс-клатч, где закреплено наше устройство. Для молодых людей мы делали совершенно такие чудесные блин-блинки, которые я комплиментировал уже Сапиен. Очень многообещающе и весело смотрится на самом деле. Ребята, ходим жестко, уверенно, напролом. Главное наслаждайтесь, я вас очень прошу. То есть мы не на работе, мы на клевой вечеринке, показать, какие мы клевые. Кто следующий?